Мы находимся еще на одном значимом для татар месте, где памятник Мусаджалиля сделан мною. Задача была для меня и для группы вот нашей очень сложная, потому что сам Мусаджалиль, он был не только поэтом, вернее, был поэтом, плененным в концлагере, политруком и редактором газеты татарской. То есть он был многодельный. И вот чтобы в одном лице вот это все изобразить, было очень сложно. Как бы найти его образ, прежде всего найти его характер. Вот. И здесь мы постарались сделать вот именно его перо, вот это перо, которое он держит, эта ручка, она как автомат, потому что слово действительно очень сильное, его слово, очень значимое и для татар, ну и для всех, и, я думаю, россиян, кто знает это, его и читает даже в переводе или на родном языке, очень сильные, мощные стихи. Это памятник великому татарскому поэту Мусаджалилю.